Но если говорить про сам вот этот экран, который встречает, тут у тебя как-то все избыточно сложно. Ну, Во-первых, вот эта вся часть совершенно никому не нужна. Пока человек еще только подходит там неуверенно, не понимает, куда тут сжать, что класть, и звать ли Ларису, ты уже начинаешь вот, какие-то рамки, суммы, ноль-ноль-ноль-ноль, 0, 0, 0, 0, какая-то оплата. Это все пока вообще нерелевантно. То есть вот на первом шаге просто всего этого нет. Ну, может быть, помощь только там какую-то оставить. И то, мне кажется, если ты еще не начал взаимодействовать, то рано. Ну, то есть ты даже не станешь на автомате жать, скорее всего, ты там просто человека будешь глазами искать. Дальше у тебя вот эти круги. Ну, круг очень навязчивая вообще фигура, и она побеждает все, что нарисовано внутри. То есть я реально вижу два круга быстрее, чем я вижу, что там внутри них нарисовано. И это вот просто чистый инфомусор. То есть сам круг ничего не значит, ничего не объясняет, просто собой, он тут как бы место занимает и внимание там мое. То есть если просто убрать вот всю эту чушь, Посмотри, насколько приятнее эта иллюстрация, просто чище. Я тут хотя бы начинаю видеть, что на ней происходит. Ну, дальше там можно как-то подумать, как ее аккуратно дорисовать, да, там контуры всего этого. Вот тут какая-то, мало того, что у тебя линия, которая непонятно, зачем она это соединяет, так она у тебя еще и волнистая, еще и пунктирная. То есть прям очень много в нее вложено всяких графических аспектов, и они все вообще ничего не значат. То есть просто вот тоже ну, мусор. Этот круг весь ничего не значит нумерация шагов тоже ничего особо не значит Ну, тут типа не сильно даже видно что к чему они у тебя еще друг с другом не выровнены То есть, как минимум можно вот их просто аккуратно рядом поставить первое второе если ты хочешь показать что это шаги по порядку ну может написать 1 2 но типа вот просто даже вот так сделать смотри насколько это приятнее смотрится и просто быстрее ты видишь что нарисовано но дальше вот, второй этот шаг, он тут просто преждевременно показан. То есть я еще не успел разобраться, что у меня там булки или бананы, куда там что подставлять, а ты мне уже рассказываешь, что надо будет потом положить направо. Мне кажется, что это ты лучше расскажешь на следующем шаге, когда я уже успешно там просканирую, если, например, весы, вот эти, которые справа там не увидят, не зафиксируют, что я положил, а я, например, начинаю сканировать следующий товар, то ты можешь мне сказать, что типа, чувак, сорян, но сначала положи на весы, ну, там, на вот эту правую часть. А пока я тут еще только подошел, как будто бы преждевременно. Значит, у тебя уже получается вот что на первом экране, да? То есть, типа, нужно отсканировать. И теперь представь, вот эта штука еще в лекции про. Какой что-то было лекции? Это сейчас я соображу. Пропра. Про, про, -про, -про... про случайное искажение информации. Была мысль о том, что. Когда ты начинаешь рисовать дизайн вне контекста, ну типа просто баннер на белом фоне или просто там иконку типа нигде, то потом, когда она попадает в свой настоящий контекст, там она начинает с ним взаимодействовать и там выезжают какие-то нежелательные всякие связи. И конфузы, и все остальное. И что круче всегда все рисовать по-настоящему. -по рисуешь иконку, рисую ее прям сразу в тулбаре, как она будет. Рисуешь баннер, рисую его сразу на сайте, на котором он будет. Вот у тебя тут ты рисуешь интерфейс какого-то вот этого автомата. Да? Но ты его рисуешь просто на белом прямоугольнике. А вот взял бы ты нарисовал сам этот автомат себе, какой ты нашел бы, как он вообще выглядит. И тогда ты бы, например, знал, что на этом автомате вот этот сканер штрих-кодов, допустим, да, я не знаю, как это на самом деле на твоем, но предположим, у тебя был бы такой автомат, на котором, сейчас я ему перспективу вот так обратно выправлю, на котором этот сканер, ой, как-то я плохо выправил. Сейчас котором этот сканер, например, вот здесь вот снизу да, расположен. Чик. И тогда нафига тебе на экране рисовать сам автомат, который и так передо мной стоит, и я его вижу, ну, такую матрешку, да, а тут у тебя над этим еще экран можно нарисовать, на который я сам смотрю. Передо мной это так есть. Вот это все можно вообще не рисовать. Единственная здесь смысловая часть – это вот этот штрих-код, правда же? и руки мои можно не рисовать, они у меня и так есть. То есть все, что ты мне хочешь сказать этим экраном, это... Ой. Да, блин. Это вот эта вещь. А именно, что вот это все сюда. Ну или возьми штрих-код. Какой-то и покажи, что вот там штрих-код сюда, пожалуйста. Хоп. Теперь уже слово отсканируйте не нужно, потому что и так тут все нарисовано. И, кстати, теперь тебе интерфейс не нужно переводить на другой язык. При отсутствии штрих-кода. Смотри, ты один раз написал про штрих-код, и второй раз пишешь про штрих-код. Все это не нужно? Значит, взвесьте товары, положите товарные весы. Это же синонимы, зачем ты два раза написал. Значит, все, что ты хотел здесь сказать, у тебя вот так формулируется просто. Правда же? Ну, наверное, все-таки для какой-то такой, то есть это может слишком экстравагантный, тут стоит что-нибудь подписать, типа там отсканируйте штрих-код, но в целом большинство людей просто увидят вот эту картинку и поймут, что вот сюда нужно приложить. И тут возникает вопрос, что делать с булками. Ну, значит, появляется тут какая-то кнопка, где-то еще у меня булка, ну, и ты жмешь. А дальше, ну, блин, может быть, если у меня булка, то ты можешь вместо того, чтобы делать кнопку у меня булка, взять и вот эту штуку прям сразу принести и вот здесь положить наверху где-нибудь. Чик. И тогда у тебя получается так или так или так. Правда? Фактически. Три варианта. Ну, это сейчас просто тема, да. То есть понятно, что это надо доработать. Наверное, тут какой-то текст понадобится, или там как-то дать понять, как у эти булки остальные посмотреть. Но в целом, вот. То есть, ты подходишь и ты видишь на этом экране все, что от тебя хотят. То есть, если у тебя булка, ты жмешь булку. Если там на весы товар, может быть, тут как раз нарисовать вот, вот, там, бананы, помидоры, что-то такое, положите на весы ну там или просто сканируйте и когда я вот что-то первое выбрал или просканировал то у меня уже начинает формироваться вот этот мой чек и вот эта вся крупная фигня становится не нужна но становится нужна где-то видимо под рукой кнопка ну там у меня булка которая тебе открывает меню этих булок угу.